все закончилось. Конечно, по красоте было. Вчерашний первый Косгард тоже офигел вообще, когда он зашел в машину и напал. Говорит, мы такого не видели никогда. Второй сегодня тоже подошел к этому 15 ppm, но у нас 5 ppm юнит. Приехали всего лишь двое. Книжечки, чек-листы, олл-рекордбуки, все идет по плану. Нормально, два человека приехало. Ну, как всегда, пойдем сейчас энергаз тестировать котлы и CO5. Это грузовые насосы. Машину прошли, теперь осталось Bending Ship Drill. Fire уже было, запыхался. Надо быть готовым всегда. Все происходит в реальном режиме, пока минутка свободная выдалась. Притащил. Все, ребятки покидают наш пароходик. Молодцы. И мы, и они тоже нормальные. Билч водосепаратор, который выдает минеральную воду на выходе. Он смотрел, думал, что это за чудо техники, даже вообще не стал его нажимать. Правда, пытался там что-то, главный двигатель светил, руками трогал, бежит ли, форсунки текут или что-то еще. Но если вспомнить, как я 3 года назад бежал от индусов, собирались мы на их пароходе вместе с ними, как этот новый суперинтендант скажет там про индусов, не очень хорошо. Пытался я бежать от них, ну, все-таки сбежал из Канады, можете морские истории посмотреть. Так там просто 2 цилиндра бежали, 5 тонн воды в сутки, бежало все это в какой-то бассейн, потом перекатывалось все обратно в танк. И сейчас он тут высматривал прямо капельки воды. Я представляю, на том бы индусском судне заехать сюда к Косгарду, где что ни пуск, то разлив какой-то. Масло, топливо, главное бежит, все убитое. Тут просто ходишь, наслаждаешься жизнью. Ой, настроение хорошее. Ну все, раз-два прошли, 2 экзамена. Теперь бункеровка. Сегодня супер приехал из Англии. Такой веселый тоже чувачок, можно сказать, бывший старший механик. How much vacation will you take when you leave? Half year, maybe. Half year? Yeah. At least four months at least. Yeah. Yeah, when the relievers here. Yeah. So you get the summertime. How will you spend all that money? Yeah, money already spent. Yeah, wife is there. Wife is there spending money. That's I'm the trouble earning when, money. When we go home, yeah, when we seaman goes home. No money this there. Is not a problem how to spend the money. Problem how to earn. Он и суперинтендант, и он вообще говорит, что у него 4 парохода. Одно как бы Mother Vessel, 80 тысяч тонн, и 3 судна, маленькие бункеровщики. Не знаю, где он так поднялся хорошо. Ну все, по машине походит, завтра еще индус приедет, но это уже так все не считается. И будем стоять тут на якорях, я надеюсь, потом снова их поднимем. Перепутаются вот так. И все, придется снова снимать. Красота, как чувствовал, взял курточку эту, готовь, Саня, летом, как говорится, в народной поговорке нашей. И документы модные у американцев. Progressive Barge Line Incorporation. Сижу, наблюдаю за бункеровкой пока. Еле-еле идет за 2 часа 168 кубов. Ну и холодина на улице. Наконец штанг отсоединяем. Получил я документы американские. Сейчас подпишу и все. В 3 часа ночи закончим. Чтоб я делал без этой куртки, которую с дома захватил. Вообще его все отморозил. Насыщенный сегодня день был, хотя он еще не закончился. Идет бункеровка такая медленная, что ужас. Потому что температура воды 7 градусов, воздух тоже упал до 10, идет дождь, подъехала эта баржа мелкая, которую толкает буксир. И они давили полчаса, я думаю, куда же топливо идет, аж начал волноваться уже. Вроде бы нигде не вытекает, а в танке по нулям.
Но кое-как продавили. Потом еще дали давление. 2 бара. Ну, температура у них 25 градусов. Привезли 2 Power Supply юнита на котел. Завтра он заработает. Ну, этот супер английский веселый тип истории там рассказывал. Ну, машину пришел. Ну, говорит, а ты что так долго сидишь? Я говорю, да, продлился. Нормальный пароход вообще, первый раз в жизни. Ген подкатил с такой бородой, как Карабас-Барабас. Вообще красавчик. Он говорит, а я когда-то 27 месяцев сидел. Я говорю, так это вообще с ума сойти. У меня рекорд 12 месяцев, 12 дней. Смотрите, морские истории. Другой плейлист. Я говорю, так а как так может выработать? Он говорит, ну, это были совсем другие времена. Было море намного веселее, чем на суше. Ты знаешь, сколько я в те времена вообще бумаг подписывал? Говорит, один раз в день журнал Noon Report просто подпись ставил, даже никакие числа там не менял или данные не писал. И потом из каюты в каюту кричал капитану: 250 тонн тяжелого топлива, 130 тонн дизельного. И все, в города ходили, отдыхали, никаких проверок не было, ничего не было, все классно. Я говорю, да, это, я даже чуть-чуть застал такие времена веселые. Но сейчас, как вы видите, 5 месяцев без выхода, проверок вагон, 7-я бункеровка, 3 ветинга, Костгард, и еще в Европе будет просто этот контроль. Так что, ну, я уже привык, нормально. Идем вперед к цели, к намеченной. Какая сегодня все-таки погода классная, стоишь как будто дома, просто красота. Плюс 15 градусов где-то на улице. Получаем сторс. Все, блядь, в сборе. Ровно 5 месяцев я ждал этого момента. Все эти заявки, и наконец мы их получаем в Штатах. Странно, почему провизии только 2 палета. Сейчас посмотрим. Должно было быть 12. Получили куртки зимние. Филиппки сразу растащили, хотя размер XXL. Вот такая, как бы, вялая куртка. Вот нормальная вещь, чтобы горло не простудить. Короче, нарядились вообще полностью. Тут тепло. Тут очки. Куртка своя из дома. Homemade. Salt herrings. What the? Salt herrings, This is a kind of fish. Just wait now. Christmas. Что мы получили, непонятно. Уже все загнило. Ай, что это за фигня? Лук. Это, блядь, генмодифицированный, наверное, блядь. Ну, конечно, а что ты думаешь? А, на всякая фигня вообще. А это что такое? Ну, это что, чикен? Very big chicken. American chicken. The biggest in the world. Cheap, this one cheap, what? What? You see, not even juice, nectar, mango. It's like chemical. Опа. А, это кефир? Кефир. Йогурт drink. Yeah, the one is кефир. May I take one? Yes. I will test. О, raisin. Изюмчик. I will take one pack. Это со спирпарцами не густо, с запчастями. Ну и с едой тоже посмотрел. Ну, позаказывали укроп, который cancel сделали. Петрушку получили.
Селедку тоже не получили на Новый год. Ну так, посмотрим. На ужин или это, я не понял, что-то вообще ничего не готово. Вот когда есть охота сильно, на ночь изюмчика подкушал и хорошо. Вот еще взял себе йогурт, хотя мы кефир заказывали, если вы помните. С жестким диском. Будем теперь сварить с хорошим звуком. Подарок от повара. Ну, на вкус, конечно, никакое, но хотя бы так. И отстойный, потому что цена вообще дешевая. Сэкономили деньги. Вес тоже никакой. Ну и звук, наверное, такой же будет. Решили мы размагниться, съездить в город. Разбудили в 6 утра. Подъехал катер. $1600 стоит такое путешествие. Старпом едет зубы лечить. Да и мы с ним за компанию. Пока! On here, the women come to me. St. Charles is only like 10 miles. This is cruise ship. Oh yes, this one here. Caribbean. The Caribbean, right. Yes. That's the largest one we can get in the river. This one here. Drake that way, you're in the French Quarter. Fixing to start serving food and be tailgating all day. You could walk up to these places. Запах. Новый Орлеан вымер с утра. Тем более субботу. Ой, воскресенье сегодня. За прикольный знак. Drug free, gun free school. Зона свободная от этого. В сравнении с рукой. Чего? С телеграммы. За фини. Что там выгрузил ее там? Почему поговорил назад? Я сюда приеду на таком пароходике. Карибиан. Не прельщают такие вещи. Почему? Нормально, мне нравится. Хилтон. Нормально. Что-то я думал лучше выглядит. Или сам так вышел вечером. Я хотя бы как на Балкере, мы вышли на нормально там с капитаном на 10 часов. И нормально походили. Бенджамин Франклин это оказывается. Идем в Best Buy. Сейчас уже будем знать, блин, черная. Нет. Texas Roadhouse. Хороший блин. Пошли сюда. В
бар, но не удалось поесть. Все занято, куча народа. Стоим, ждем еду американскую. Поступит сигнал через 15 минут и пойдем. Либра Транспажор зазвонил. Джей, how are you? Good. Very angry. Техасские рога. Давайте посмотрите, это 6 баксов всего креветки. Давай. Стейк. Такие пинацы нормальные. Для закуски ехал. О, как раз. Life is good. That's very nice. Texas Roadhouse. Что там? Steakhouse. The beer somewhere рядом. Zero tolerance. Zero tolerance. Какой салатик. Это, кстати, что-то не очень. Небо и земля. Понятно. Ну, там вы будете иметь это. Да, Шимано. Блин, бомба, конечно. Magic World. Какая куча. И это они замешивают. А, кашмиунцев. Пережрем еще. Провел время в таком заведении, стояли еще в очереди, видите, сколько народа сидит. Это все воскресенье. Сейчас идем на пароход, первый раз вышел за 5 месяцев. Просто красота. Поели, еда хорошая, все скупились, все будет классно. Можно еще 2 месяца сидеть. Все, что мы съели. Все осталось. Выходим на улицу, через 15 минут подъедет машинка, и поедем на пароходе. Reindeer, Merry Christmas! Say hello! Hello! Нашел свою камеру. Мощные? Что, V-образные, да? Клетку снова на пару месяцев. Жара настала, сейчас пар закроем в машине на кондиционер. Наши покупки, я даже не думал купить семерочку GoPro. Кстати, нашел свою, которую потерял камеру. Как говорится, язык до Киева доведет. Спросил одного водителя, он позвонил второму. Действительно, я уронил ее в машине. Он положил почтовый ящик. Так что все хорошо. Сделал небольшой апдейт. Это четверочка GoPro Session, на что я снимал. Четверочка. И думал купить шестерку, оказывается, семерка вышла. Купил Best Buy. Цена дешевле, чем четверка. Это $600, это 400. В Америке, потому что будем тестировать скоро. Ну что, проверим стабилизацию. Будет брать заодно и звук тоже. Батареечку надо зарядить, конечно. Выходим на улицу. И стабилизейшн в действии. Это красавчик. Да тебя Филипки нарядили.